Электронный помощник на службе у автолюбителя. Езда на машине становится безопасней. С помощью камеры, лазера и радара компьютерная система следит за другими автомобилями, предупреждает об опасности или самостоятельно производит экстренную остановку, если водитель замешкался. В планах еще несколько систем поддержки. Все удобно, красиво и обязательно много света. Например, помощник для выхода из машины. На внешней стороне двери установлены сенсоры. Если мимо проезжает легковушка или велосипедист, на боковой панели загорается красный свет, а потом еще и прозвучит сигнал опасности. Еще одна полезная система – автоматический заезд в гараж. Вы приезжаете домой, паркуете автомобиль возле гаража и спокойно выходите из него. А потом с помощью электронного ключа управляете автомобилем, и он сам заезжает в гараж. Здесь установлены 12 ультразвуковых датчиков, поэтому машина с легкостью ориентируется в узком пространстве. Если обнаружено препятствие, автомобиль останавливается. Двигатель глохнет, двери блокируются. Есть также электронная система, помогающая водителю двигаться назад при наличии прицепа. В этом фаркопе установлен сенсор, который определяет, под каким углом находится прицеп, и управляет поворотом. Таким образом происходит контроль при движении назад. За счет сенсора угол между прицепом и автомобилем всегда остается в правильном положении. В Audi установлена мультимедийная система управления. С ее помощью я управляю автомобилем. Я отпускаю руль и на экране вижу, в каком направлении двигаюсь. Как правило, с маленькими прицепами управляться намного сложнее, чем с большими. Для электронной системы эта проблема роли не играет. Немало потенциала для совершенствования и в области освещения. В будущем фары будут более интенсивно реагировать на внешние условия и взаимодействовать с окружающей средой. Луч света будет состоять из нескольких секторов. Некоторые из них будут гаснуть, если на пути машины в темное время суток появится пешеход или встречный автомобиль. Передние фары, задние фонари, габаритные огни, интенсивность освещения – все они будут зависеть от погодных условий. Например, во время тумана включается встроенный в фары мощный лазер. Красный луч пробивает пелену и помогает ориентироваться в пространстве. Указатели поворота, установленные в задних фонарях, предупреждают водителя о направлении движения – направо или налево. Совершенно новые возможности для дизайна открывает технология OLED. Здесь вместо обычных светодиодов из полупроводниковых кристаллов применяются органические светодиоды. Многочисленные диоды, образуя на поверхности автомобиля, на фарах, причудливые волны или стаи ярких рыб, сообщают о маневре машины.